Всем привет, с вами Коба, сегодня мы будем играть в GTA Online. И сегодня не будет никаких миссий. Сегодня я тупо решил пофаниться, зайти и насладиться графикой в очередной раз. И сегодня мы будем просто кататься, ездить на горы. Ну, в общем, любоваться реально шикарными видами. Надо их только найти, конечно. Вот, ну и я вам покажу, где я люблю больше всего кататься. Ну, хотя это далеко, но, в общем, посмотрим по времени, как будет. Давайте сначала съездим на горы какие-нибудь. Я ни разу, кстати, на видосе это не делал. Вот, поэтому сегодня... Ну, конечно, тачка я выбрал не для гор. Ну, ладно, нормально. Согласитесь, да, вот, классная тачка. Я вообще не любитель таких вот старых машин. Ну, мне больше нравятся спорткары, там, супер... Ну, нет, суперкары, такси. Вот спорткары мне нравятся. Но это, не знаю, даже маслкар, наверное, да? Напишите в комментариях, что это. Вот. Ну, не знаю даже, можно что поделать. Ну, давайте, да. Чисто покатаемся. Вот, кстати, мое любимое место. Потому что здесь очень красивая графика и очень... Ну вот. Короче, здесь реально классно. Так. Ну вот у меня 129 уровень. У меня уже миссии-то, в принципе, можно не выполнять. Да и тачек новых не добавили никаких, которые я хотел бы, ну, купить в гараж, поэтому денег мне тоже, ну, нафиг не нужно много денег. Так вот, мы заехали на какую-то гору, откуда видно весь Лос-Сантос. Ну, уже нет. Так. Ну, это не Чилиат, Чилиат вот там вот. Где-то вот там вот, короче. Кстати, лайк за 60 FPS, да, типа, вы сейчас будете смотреть, типа, просто ужас. Как удивляться, потому что все очень ровно и гладко идет. Вот, у меня 60 FPS стабильно. То есть никаких проседаний, ничего вообще. То есть как играю я, так и вы увидите, а у меня сейчас вообще просто все очень хорошо. Вот. Ну, вау. Ну, надо было, может, взять шестиколесный гелик, хотя, ну, реально, тащит нормальную машину это по горам. Кстати, можно еще на катере прокатиться. Графика воды-то у меня теперь тоже на максах. Просто я, в принципе, ну, играл в GTA Online-то давно уже на ПК, как она только вышла. То есть, смотрите, апрель, май, ну, а, так ей всего месяц, нифига себе. Маловато, вот. Но я играл на минималках, потому что не обновил свои драйвера. У меня видеокарта от NVIDIA, и там, типа, прям, ну, для всех, наверное, драйверов. Ой, то есть для всех видеокарт вышло обновление, именно для GTA 5. Короче, ладно, там дорога, пойдем на дорогу. Вот, ну там типа оптимизация для GTA Online, так что если у вас лагает и вы не обновляли драйвера, то советую вам это сделать. Это можно сделать либо на... Точнее, не либо, но я знаю только один способ, как это сделать, зайти. Ой, ну у каждого, короче, в процессах видеокарту. Вот открыть там NVIDIA, допустим, да, если просто видеть NVIDIA в поиске, можно. Вот, ну и... Ну и там вам сам предложат, типа, NVIDIA, поиск обновлений, там, типа, поиск игр, которые у вас есть, да, и, типа, обновит вам для GTA. И все, и у вас будет на максах 60. Ну, конечно, если компьютер хороший у меня. Ну, вот, как видите. Все очень гладко. Ну, хотя тут такая, конечно, оптимизация, но... Не знаю, может быть, на слабых компах тоже 60 FPS, но я что-то сомневаюсь, потому что у меня
опускается до 54, когда, ну, на максимальной траве. Вот. То есть это как бы не очень классно. Поэтому я сделал стандартную только траву. Такое на все остальное. Вот 60 держится. На изи. Вступайте в мою банду. Ламара Сальватруча. Ну, добавляйте меня, во-первых, в Social Club. Вот Антонио 1647. И все, я вас буду приглашать в банду. Типа банду для подписчиков, можно так сказать. Так, ну куда мы едем, я вообще не знаю. Ну вообще, кстати, классный, да, скутер. Годный мотоцикл. Прикольно едет. Так, ну что? Все, да, я думаю, высаживаемся, там дорога впереди. Может быть, здесь вот можно заказать механик. Не, ну ладно. Сейчас тут до дороги-то недалеко. О, не добросил. Нет, добросил. Давай. Давайте мне. Ой, не знаю, давайте какое-то. Сейчас я вам покажу самую классную спорткар-машину. Реально, он самая быстрая вообще. Разгоняется очень классно, поворотливо. Сейчас вы посмотрите. Вот, как в этом. Да и тюнинг у нее неплохой. Мне очень нравится, как я ее протюнил. От первого лица тоже неплохой вид у нее. Ну, в общем. О, может, давайте бандитскую разборку пройдем сначала. Давайте. Да, из калаша прям как. Вообще. Так. Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Да, все. Нет, не убьют. Странно. Вы выходите правильно, вот так вот и делаете. Вот посмотрите, сколько патронов, да, я... Ну, блин, больше 20 патронов я трачу на одного. Тут надо в хэд стрелять вот так вот, и все. Ну-ка, ну-ка. Покажись еще раз. Лоу хп. Идем хилиться. Что? Откуда лоу? Даже не заметил. Ну ладно, здесь бандитская разборка-то. Хоть сколько ее можно проходить? Тут нет, как бы, ну, типа, по жизням тут не определяется это все. Ох. Ты что делаешь-то? Иди сюда. Давайте тоже наверх к ним поднимемся. Ну,
часто тут будет вообще. О, попали вы, ребят. Я думал, он тоже сейчас зарезал. Так. Ну, когда ты уже знаешь там физику, GTA-шки, да, привык уже ко всему, то играть уже становится очень легко. Ну и в принципе ты не заваливаешь ни одну миссию. Вот реально, ну вот, новые миссии выходят же, да, периодически в Rockstar, которые я не проходил ни разу. Они бывают очень сложные, но реально вот, ну, как бы привык ты стрелять туда, это тебе не КС, там, чтобы там скилл постоянно поддерживать, здесь просто научился и все, и не забываешь. Вот здесь, ну, как бы это все просто очень. Поэтому реально изи можно апнуться, проходить любые миссии просто, ну, главное, типа, вот, приноровиться к игре. Ну, по крайней мере, у меня так. Не знаю, как у вас. Напишите в коммент. Зачем я это сказал, я все равно читать не буду. Ну, ладно. Тихо. Ло. Я думал, сейчас выскочу и все, и вход. Что-то какая-то жесткая бандитская разборка это. Они где-то ходят все. Вот, карабин, вот это дело. Где человек остался? Это что это сейчас? Ну-ка, кто там стрелялся? Так я и не понял. Да. Нет, чувак. Не сегодня. Все, я последний раз умер. Мне надоело. А, и, кстати, лайк за качество, да, звука микрофона моего. Ну, он как бы у меня всегда такой был, но раньше я говорю, рендерил в другой программе. Которая почему-то вот искажала так звук жестко. Ну, вот сейчас все нормально. И 60 FPS, что главное, да, самое. Очень реально приятно смотреть GTA. Он, вот именно, ну вот сам, да, насрать там может быть не очень заметно. 60 FPS или 30. А вот GTA Online, CSGO, Dota, ну Dota я не буду снимать, скорее всего. Ну, буду, может, в далеком будущем, потому что Dota уже надоел. Ну, в общем, ладно, не об этом, мы просто сейчас играем в GTA. Не буду вас нагружать. Наверное, я буду снимать скоро подкасты всякие. Всякого дерьмо там, да, объявления стримов. Как раньше делал. Вот, ну чё, ну где вы вот вообще, ребят? Ты вот вышел на меня с пистолетом, да, нормально. Все, последний. Ура. Ух ты, ты. Смотрите, да, как жестко левел теперь апать мне на моем уровне. Надо просто, блин, целый день играть, чтобы левел ап. Один только. Вот, ну, вот видите, то есть сами поворотливость, я даже не пришлось дрифтить. И сейчас я вам покажу, как она разгоняется. Очень быстро, главное. И при этом поворотливость её сохраняется. Вот, то есть я изи еду, никуда не врезаюсь. Вхожу в поворот. Все очень здорово.
Ну, тут спидометр не видно, к сожалению. А если пригнуться? Вот, короче, до сотки уже. Вот, 120, смотрите. То есть реально большая скорость. Дальше едет. Ну вот 125 где-то, да, почти 130 разгоняется. Это очень охерительная скорость в GTA. Потому что тут все мои машины остальные до сотки разгоняются. Ну если верить спидометрам GTA онлайн. Давайте через трафик поедем. Очень опасно, смотрите, как хардкорно. Вот это скилл. Ну ладно, вот это уже не скилл. Это уже анскилл. Ну и броня у меня вкачана на максимум, поэтому таких особых ударов-то нет на машине. Так, ну что, вот и все, наверное. 16 минут, 15 секунд уже идет, 15-е вот. Думаю заканчивать, потому что это еще все рендерит мне сейчас. Часа 3-4. Нет, мы не допрыгнем, ты че? Скорость-то маленькая была. Вот, пишите свои идеи, что мне делать в GTA Online. Миссии проходить как бы нет уже смысла. Я все вам показал, все показал для новичков, как там изи доапаться. Поэтому пишите просто, чем будем заниматься с вами на летсплеях. Ну и всем спасибо за просмотр, с вами был Кова, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Давайте до лета наберем там 5000 участников, и я сделаю конкурс на нож. Если наберем, то не будет конкурса. Ну, в общем, все, всем пока.